Danke sehr. Большое спасибо, госпожа председатель, дорогие коллеги, дамы и господа. Я выступаю от имени моей группы, а не как докладчик по Азербайджану. Тем не менее, я являюсь членом Ассамблеи более 10 лет, участвовал во многочисленных дискуссиях и хотел бы высказать просьбу, касающуюся ситуации, сложившейся в данном зале. Мы не должны использовать этот форум для конфликтов между сторонами. Мы должны уважать мир. Мир предполагает примирение, предполагает уважение к павшим в боях. В свете всего этого я могу только присоединиться полностью к тому, что сказал предыдущий оратор. Безусловно, имели место обмены между Азербайджаном и Арменией. Вернулась женщина из Ливана, но по-прежнему есть люди, пропавшие беженцы, без вести. Есть огромное количество военнослужащих, которые по-прежнему остаются военнопленными в Азербайджане. Здесь самое важное заключается в следующем. И тут важно говорить о них ясно и со всей серьезностью. После 30 лет спустя, после кровавой войны, когда очень много гражданских лиц были убиты, очень важно проявить уважение к противнику. Необходимо перейти к другой борьбе, к борьбе за мир, к борьбе за примирение. Это сейчас самая главная задача. Поэтому я хочу обратиться к Азербайджану с призывом. Давайте не будем торговаться о том, были ли армянские военнослужащие были взяты в плен до объявления перемирия или после. Их просто нужно отпустить домой, безо всяких «но». Есть обвинения в военных преступлениях. И для этого, для решения, принятия решений по этим вопросам есть международные органы, которые должны разбирать такого рода преступления. Этим не должны заниматься конфликтующие стороны. Нужно просто отпустить всех домой. В этой ситуации, прежде всего, нам необходимо примирение и уважение. Давайте положим конец этому порочному кругу войны. Если стороны будут пытаться обмануть друг друга, это не создаст основы для хороших добрососедских отношений, а вам придется быть соседями, так что нужно просто перевернуть эту страницу. Спасибо большое, господин Шенах.